то, что называлось «Триволк», оказалось действительно «Триволк». Это тебя поднимает на высоту примерно где-то 20 метров. Мы поднялись на лифте, как инвалиды. Вот. Ты вот можешь гулять среди деревьев. Смотри, как летают самолеты. Собственно, лифт. У него нет троса, у него нету. У него есть только направляющая, и его снизу толкает огромный стальной шест. Собственно, если он нас поднимает примерно на 20 метров, значит, он на 20 метров уходит вглубь, куда-то вот туда. Вот, очень интересная конструкция. Еще что, поднимать вверх так непонятно, потому что вышки нету. Ну, собственно, на самом шесте тоже нет направляющей, видим какое-то противодавление. Я сказала, что она просто поняла, что она боится высоты. И сказала, что подождет меня внизу. Здесь это видно в камеру, потому что ты смотришь вниз и идешь по этой штуке. Как же классно. Вообще. Классная сеточка, она еще так приятно прогибается. Вся эта конструкция слегка, так незаметно, но пошатывается. В общем, Кате здесь сразу понравилось. С первого шага. Не. Мы бы сдохли, но надо будет прикольно обдумать.